Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Доброго и хорошего всем вечера. В эфире программа «Трофей. Рыбалка». У микрофона Мария Садакова-Ильина. Напротив меня Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Добрый вечер, Добрый Василий. Вечер. И вместе с тобой и с нашими слушателями мы проведем ближайший час. Напоминаю, что генеральный партнер нашей передачи – компания «Движение. Нефтепродукт». А тема нашей программы сегодня – «Особенности ловли жереха». Если останется время, то ответим на вопросы, которые поступают тебе постоянно. Да, там были по трофеям вятки, были кое-какие вопросы, да, а так действительно поговорим о жерехе, мы не успели в прошлой передаче. Да, там... это же называется белый хищник, да, как-то белая рыба хищная. Скажем так, белым хищником вообще обобщенно называют несколько видов рыб, то есть это жерех, самый яркий представитель, наверное, белых и самый крупный хищников. Это голавль, это ясь. Вот, отличительной чертой, ну, то, что вот они действительно, ну, серебристые такие, белая рыба, да? Ну, вот смотри, ловля жереха — это ведь очень кропотливое занятие, да? Он тоже очень аккуратная, осторожная рыба. Вот там, расскажи особенности. Там, на самом деле, вот мы сегодня поговорим о двух типах ловли жереха. Угу. То есть, на самом деле, их, может быть, и даже больше есть. Угу. А, значит, скажу сразу, мы сегодня говорим о ловле жереха спиннингом. Угу. Потому что его можно ловить нахлыстом, его можно ловить бомбардой, его можно ловить там чуть ли не на поплавочную удочку. А бомбарда — это что? А, бомбарда — это такой достаточно интересный вид и способ ловли. Это специальные такие, скажем так, огруженные поплавки. Да, длинные они бывают, тонущие, плавающие, нейтральные плавучести. То есть они служат своеобразным утяжелителем для того, чтобы далеко забросить легкую приманку. Вот. Они абсолютно не мешают проводке, они такой очень обтекаемой формы, они бывают разных весов, там от 3, по-моему, там грамм, наверное, до 40, разных, как я уже сказал, типов заглублений и плавучести, и, соответственно, можно уже выбрать, там, если жерех ходит поверху, там, поставить плавающую бомбарду, там, у дна тонущую, если где-то в толще воды хотим производить проводку, то такой нейтральной плавучести, суспендер так называемый. Вот. А их очень часто применяют при ловле жереха на мушку, потому что вот эти вот нахлыстовые мушки, которые используют нахлыстовики по прямому своему назначению, они же там специальные шнуры, у них специальное удилище, абсолютно своя там философия ловли. Они их закидывают с помощью вот этих вот приспособлений, господи, вот этих специальных шнуров. А просто так там спиннингом эту мушку не закинуть. Если мы повесим там свинцовый грузик, ну, у нас там все утонет на дно. Поэтому используют бомбарды. И очень часто также бомбарды используют при ловле на натуральные насадки. То есть там, например, крупная саранча, какой-то там майский жук, малек там, или еще что-то. Вот. Рыбалка достаточно интересная, там интересное строение снасти, там определенный навык ловли нужен, да, но она не сильно распространена, и я думаю, что о ней мы, скорее всего, будем говорить о ловле на спиннинг, да, будем говорить о ловле на спиннинг, будем говорить о том, что есть у нас две такие вот пограничные, два пограничных способа ловли. Это ловля с берега и ловля с лодки. С лодки мы ловим, как правило, с плавом, да, то есть идя там вдоль каких-то берегов. Можно, конечно, ловить с якоря, но мы об этом поговорим чуть поздней. Вот. И ловля с берега. Вот, честно скажу, для себя мне вот ловля с берега нравится больше всего. Почему? Почему? Ну, во-первых, это, да и с лодки, в принципе, тоже достаточно динамичная рыбалка, но береговая ловля, она достаточно сложная, и этим она на самом деле интересна. То есть ты начинаешь как-то по-другому там думать, подбирать, а почему вот так произошло, а почему не клюнул там, да, а может быть приманку по-другому. Ты начинаешь очень четко уделять внимание там приманкам, ты начинаешь постоянно тренировать технику заброса, потому что без техники заброса в ловле жереха вообще никуда, особенно в береговой. Вот. Ты постоянно начинаешь, скажем так, дотачивать свою снасть до совершенства, потому что там действительно любая мелочь важна. А береговая ловля, она очень динамичная в плане того, что ты постоянно находишься в движении, ты постоянно передвигаешься по берегу реки, ты постоянно смотришь за рекой, ты постоянно высматриваешь вот эти всплески, да, которые могут быть. А, то есть действительно такая очень-очень динамичная рыбалка. Рыбалка с лодки для меня, она, скажем так, ну, более, наверное, простая. По одной простой причине, что
что, ловя с берега, мы практически всегда ловим жереха в столовой, ну, то есть там, где он кушает. Угу. А при ловле с лодки, особенно с плавом, мы очень часто ловим жереха там, где он живет. Ага. И, соответственно, концентрация может быть разной. Например, жерех, который, ну, он так, как и любая рыба, ищет для себя определенные укрытия, да, но они немножко отличаются там от других видов рыб. Они не живут большими стаями. Угу. Ну, то есть там 2, 3, там, возможно, 5 особей могут находиться где-то вот в каком-то маленьком там ареале обитания, вот рядышком друг с другом. А на перекаты, на которых их ловят, они выходят огромными стаями, то есть они реально там сообща охотятся, они собираются в огромнейшие стаи, и, соответственно, там концентрация-то может быть очень-очень большая. То есть лучше всего ловить на перекатах, да? Это получается, что там, где большое течение, да? Он выходит туда кушать. А особенности вообще ловли жереха связаны с его непосредственной, вот опять же, грубо говоря, там ихтиологией, да? Жерех – это рыба, которая... Это карповая рыба, семейство карповых, представитель, которая абсолютно не имеет зубов. То есть, если, например, в отличие там, от щуки, судака, там, сама, окуня и всей оставшейся нашей хищной рыбы, у которой есть зубы, жерех – это представитель карповых рыб. И, то есть, так же, как пылесос, да, засасывает? Ни в коем нет, случае. Неправда? Вот, зубов у него нет. Так. Зубов у него нет. Ну, природа не наградила. Соответственно, для того, чтобы ему охотиться за рыбой, нужны определенные условия. То есть, во-первых, это должно быть достаточно сильное течение. Почему? Потому что там, как правило, малек, который, ну, каким-то образом попадает на это сильное течение, он ослаблен. Ну, потому что он постоянно борется с течением, он уже априори слабее, чем стоящий там где-нибудь, например, в затишочке в каком-нибудь. Это раз. А во-вторых, скажем так, течение постоянно несет этих мальков каких-то, да, то есть там может быть достаточно большой кормовой стол. В-третьих, на течении жереху охотиться проще по одной простой причине, что, ну, природа наградила его правильными такими формами, да, то есть он очень стремительная рыба, и он может очень-очень долго находиться на течении, абсолютно не теряя силы. И, например, раньше в народе не зря так было, жереха звали конем. Ну, то есть, вот реально там речной конь. Это так и есть, то есть, это очень-очень сильная рыба, и с этой точки зрения для рыболова за ней очень приятно охотиться, потому что реально там доставляет огромнейшее вот сопротивление на вываживание удовольствия, соответственно. А очень хитрая рыба, и вот за ней стоит поохотиться как минимум. Значит, особенности ловли какие? Вернее, охота этого жереха. Зубиков-то у него нету, кушать так хочется. Малечек-то хоть он и ослабший, но он все равно может улизнуть из пасти. Соответственно, жерех, он и выдает себя этим. Он очень-очень сильно бьет хвостом по воде. Он оглушает свою добычу. Вот как. Наглушает добычу, а с этим безумным ротиком абсолютно спокойно ее собирает. И когда очень часто они охотятся сообща, то есть это приходит большая-большая стая этой рыбы на перекат, видит, что там находится малек, они его окружают. И вот один реально бьет, другой ест. Реально там происходит такая некая вакханалия, да, то есть крупные особи там 5, 10, там, 15, 20 штук вот их, да, они просто влетают в эту стаю малька и одновременно все лупят, а потом уже там что осталось, собирают. Ну, то есть реально картина там интересная. Во-первых, пищевая конкуренция очень высокая в этот момент, а во-вторых, скажем так, крупная рыба может присутствовать для рыболова, найти бой жереха вот такой, это вот, ну, просто сказка. Во-первых, он теряет бдительность. То есть он ест, что попало. Он теряет бдительность. Ему лишь бы успеть схватить. Соответственно, если ваша приманка попадает в поле видимости, да, она там как-то там бликует, мелькает или еще что-то, ему без разницы, что это будет, он реально это сожрет. Вот. А во-вторых, там можно, ну, реально, скажем так, наловиться. То есть можно поймать там 10, 20, 30 штук. А таких там мест у нас много в Кировской области? Или вот жерех, он и в малых, и в больших реках бывает? Или жерех, он жерех бывает в достаточно небольших речках. Основной, ну, все равно основной ареал обитания – это Вятка. Вятка – это прям река, вот, созданная для него, да, потому что у нас очень-очень много перекатов. Жерех реально на нашей реке вырастает до огромных размеров. Сколько самый большой килограмм? Вот я, честно скажу, я на Вятке ловил
словил не более там, 4 с копейками, но это я скажу, уже такой очень хороший жерех. Но я достоверно знаю, что были поимки жерехов там и по 8, и по 9 килограмм. Причем я видел эти фотографии. Это реально там, это огромная рыба. Такая очень-очень красивая, очень сильная. Вот. Соответственно, для береговой ловли нам нужно выбирать соответствующие места. Ну, абсолютно бесполезно там просто вот прийти, вот увидеть речку, ага, да, вроде бы там быстрое течение какое-то, и начать там бездумно закидывать наши приманки. Как правило, мы так ничего не поймаем. Есть шанс дурного какого-то зацепить, но это будет не системно, не в количестве и 100% случайно. А нам нужно выбирать места. Не каждый перекат подходит для ловли. По одной простой причине, потому что жерех-то он хоть и сильный очень, но отдыхать ему все равно нужно. То есть, как и любому организму живому, да, ему нужен отдых. Постоянно находиться в движении, бороться с течением, там, жрать, там, да, он не может. Соответственно, вот этот бой жереха, он, как правило, бывает такими волнами, то есть вот там буквально 15-20 минут там вот все там кипит, прям, как говорят, жереховый котел, то есть реально там хвосты торчат, там малек вылетает из воды, и это все сопровождается, как правило, сверху чайками. То есть вот жереха очень часто... Любят чайки. Да, то есть у всех жереховиков, которые ловят жереха, любимая птица — чайка, я больше чем уверен. То есть они видят, наблюдая, что она начинает летать в каком-то одном месте, туда они и кидать начинают. Совершенно верно. То есть их там чаек может быть много. Связано все с тем, что они тоже кушают вот этого малька, которого бьет этот жерех. И это, конечно, картина такая потрясающая. Война миров прямо. Ну, воздух, да. Вода. Вот, соответственно, по чайкам можно определить, но это достаточно сложно. Не всегда видно, да, там не всегда, кстати, жерех там может выдавливать этого малька на поверхность, он может очень четко жрать его там в толще воды, и мы всплески будем видеть, ну, очень-очень редкие, да, но это не говорит о том, что его здесь нету. Должны быть соблюдены определенные условия, то есть, например, перекат, который выглядит вот так, что вот это просто там, грубо говоря, мелкое и быстрое течение, как правило, рыбу не привлекает. Ну, бывают исключения, но очень-очень редко. Должны быть соблюдены несколько условий. Ну, во-первых, вход в перекат, он должен быть с очень быстрым течением. Ну, то есть, как так называемая горловина переката, вот должна быть, иметь достаточно сильное течение. Будет очень хорошо, если в этом месте, например, на дне будут находиться какие-то неровности. То есть это будет все выделяться, это видно, то есть нужно уметь читать реку. Там будет видно таким образом, что вот идет быстрое-быстрое течение, но оно спокойное, потом начинается вот какая-то вот такая вот бурлилка, да, и дальше снова продолжается струя. Вот эта бурлилка говорит о том, что на дне есть какая-то неровность, то есть там может лежать коряга, там может быть какой-то там рельеф, да, там либо углубление, либо возвышение, вот. И, соответственно, струя воды, ударяясь вот в эту штуку, получается вот, вот эта вот бурлилочка. За этой бурлилкой всегда будет чуть более спокойное течение, чем в горловине. Соответственно, дальше должно быть, ну вот струя вот эта должна продолжаться, и будет очень хорошо, если за этой струей, а как правило так и бывает, вот после этой бурлилки будет рельеф, ну в нашем случае это река Вятка, то есть должны быть такие песчаные барханы. Внутри, там, да, в воде, да, под водой. Вот, вот такие вот песчаные барханы, и над ними вот эта вот струя. Вот это идеальный перекат для ловли жереха. Будет еще идеальнее, если будет уходить там где-нибудь в середине переката такая поперечная коса в реку, да, там каменистая либо песчаные, это вообще вот найти такое место, это там дорогого стоит. Связано все с чем? Значит, если у нас быстрое течение в горловине переката, априори оно заносит туда малька. Попадая вот в эту зону, скажем так, вот этой бурлилки, малек теряет ориентацию вообще, потому что там, как правило, существуют и обратные какие-то теченицы, там еще что-то, то есть он дезориентирован полностью. И вот в этом месте, скажем так, находится зона чуть более медленного течения где-либо на перекате. Жереху здесь удобно стоять. Оглушенный уже течением малек попадает в его зону видимости. Дальше есть вот эти вот перекаты, да, то есть на перекате, вернее, вот эти барханы. Для чего они нужны? После того, как жерех нормально покушает, он вот встает за эти барханчики, там течение его вообще не это самое не тревожит, потому что поверхностное и подводное течение очень сильно отличаются. Спокойная вода, да, получается. Он стоит там, отдыхает, отстаивается, так называемое, да, потом ждет, когда и опять снова, захочет снова поесть. Выходит, да, и за новой порцией корма. То есть вот так. Такой перекат, он интересен.
Если это просто будет, еще раз повторюсь, там быстрое течение, это будет вообще не сильно интересно. А идеальным перекатом будет, если посередине есть еще, например, уходящая в реку вот такая поперечная коса. Угу. А почему? Потому что вот за ней вообще будет тиховод. Вот все, идеальное место. Найти такое, ну, не всегда, не у всех получается, но, честно скажу, ну, это они, надо, понятно, чтобы они понимать, есть, где. Угу. Это нужно постоянно ходить на реку и смотреть. Причем, если, например, на участке реки там в 10, в 15, 20 километров есть вот такое место, угу, весь жерех, который живет на этой акватории, будет приходить в эту столовую. Рано или поздно. То есть, а есть какой-то приходить период, когда его ловить? Да, вот мы говорили, там ночная рыбалка, ночью там выходят такие-то рыбы. А он выходит ночью или ночью он вообще нет, не выходит? Нет, жереха можно поймать ночью, но это достаточно редкое явление. Лучшее время, чем мне нравится жереховая рыбалка, да когда угодно. То есть всегда, ну, весь вообще день. То есть можно в 12 дня пойти на рыбалку. Ну, понятно, малек идет, можно, да, поесть. То есть можно, понятно, пойти там в 6 вечера, можно встать в 3 утра на зорьку сходить. Понятно, что есть определенные пики активности, да, которые зависят уже не от жереха как такового, а от активности малька. Наелся, не наелся, это получается. Вот. И самое-то, что интересное, например, летом в жару, в жару, да, основная рыбалка-то происходит днем, именно в жару. Связано все с тем, что в летний период, когда вода становится достаточно теплой, ну, это вот, кстати, не в этом году, наверное, да? Да, у нас чего-то с погодой не сильно хорошо лето в этом какое-то году. Не лето. Да. Вот. Соответственно, вода становится очень теплой, в воде становится достаточно маленькое содержание кислорода, а на перекатах оно нормальное, потому что там вода бурлит, перемешивается, кислородом обогащается. Соответственно, все живое, что есть в реке, да, и малек в том числе, пытается к этому кислороду встать поближе. А, соответственно, в самую-самую жару, там, в 12 часов дня в пекло, вода достигает критических температур, и содержание кислорода падает еще ниже, соответственно, вся рыба начинает двигаться к перекатам. Малек в том числе, соответственно, жерех выходит туда, он это знает и понимает, что вот сейчас-то все и начнется, да, и вот он приходит покушать. Понятно, что это может быть не каждый день, это могут быть какие-то там плюс-минус там 2-3 часа вариации, еще что-то, да, но за этим нужно наблюдать. А рыболову-жерешатнику, который хочет хорошо ловить, я очень-очень советую иметь блокнотик с собой. Вот прям мы записываем, вот, то есть мы сегодня там, ну, я, по крайней мере, делаю он так. Он прям по часам иногда ходит, да, получается, да. То есть есть так называемые, да, у любой рыбы есть так называемые часы выхода, да? Причем в каждом месте реки они индивидуальны, то есть вот здесь вот так, вот здесь вот так, то есть отходишь на 50 километров, отъезжаешь там, вроде бы, ага, вот сейчас должен жрать, фика, он выходит там через 3-4 часа, появляется, либо может вообще не выйти, да, то есть мы засекаем цикличность. Это все достаточно просто делать, не нужно распыляться, не надо там искать там 5-6 там таких перекатов. Я вам честно скажу, их на реке у нас много, но они на определенных участках и там между вот этими вот классными перекатами там действительно может быть достаточно большие расстояния, там бегать оголдело по берегу, там проверять, а может тут, а вот может тут, нет. Нужно реально набраться терпения и зациклиться на одном месте. То есть у меня бывали дни, когда я приходил на рыбалку утром и реально сидел до вечера. И ничего. Вообще ничего. Да, то есть, да, я этот день себе помечал, что, ага, там, например, не вышло. Я себе записывал, температура воздуха была такая-то, атмосферное давление там такое-то, грубо говоря, дул такой-то ветер, поклевок не было. Я приходил на следующий день, там, через день, ага, и что-то менялось. Рыба выходила на этот перекат, начала клевать. То есть я там записывал, там, первый в жерех там пойман в 11:00. Да, там блесна там такая-то стояла, там забрасывал туда-то. Температура воды такая-то, ветер оттуда-то, оттуда-то. Там, например, в 12 часов там начался... Такой дневник, ну, то есть в 12 часов у тебя там начался там бешеный клев там какой-то, еще что-то. Имея вот такие записи с каждой рыбалки, ты уже потом, начиная готовиться к рыбалке дома, ты начинаешь это все анализировать. То есть, ага, там завтра я иду на рыбалку. Смотришь прогноз, смотришь прогноз погоды на завтра, там обещают плюс 24. Так, восточный ветер 3 метра в секунду, там фаза Луны, не знаю, там вот такая-то, да, атмосферное давление вот такое-то. Ты открываешь свой дневник и начинаешь смотреть свои записи. Была, ага, ли вот поклёвка в это время? Вот ходил, да, вот, вот примерно вот так же было, температура воды такая же, да, во сколько мне пойти? Так, нет, я в 11 не пойду, я пойду к 3. Ну, то есть уже вот, распределяешь, получается, да, свое, ну, время, скажем, на рыбалке. Скажем так, уже получается какая-то такая вот, ну, более акцентированная рыбалка.
И да, на это уходит определенное время, но, еще раз повторюсь, вот в эту столовую в идеально найденный перекат, джерех так или иначе, он все равно туда придет. Выходит. Угу. Он все равно туда придет, угу. И никак больше. Вот. Это то, что касается береговой рыбалки. Еще раз скажу, мы ловим жерехов в столовой. Угу. Как правило, мы это делаем с берега. Ну, мне интереснее это делать с берега. Мы можем это делать с лодки, мы можем это делать в забродку, потому что мы ловим на перекатах. Ну, в забродку мне не всегда... Я ловлю в забродку, когда жарко. То есть, угу. Когда мне не нужно с собой тащить дополнительное оборудование. Да? Ну, то есть, там, вейдерс, какие-то ботинки, переодеваться на берегу, там что-то залазить в воду. А когда жара, да, все без проблем, там шорты, шлепанцы и пошел. Поэтому перекатику по колено ходишь, и все без проблем ты там ловишь. Вот. А во всех остальных случаях ловлю с берега. Соответственно, при ловле с берега должны в первую очередь быть определенные навыки ловли, да, и должна быть четко собранная снасть. Угу. Вот там это залог успеха. То есть это реально, как я уже говорил. Вот давай расскажем, какие снасти. Очень часто там сравнивал, там, не знаю, с какими-то там профессиональными инструментами у спортсменов, там, да, то есть вот снасть жерешатника это реально вот так. Угу. То есть взять там абы какой спиннинг, повесить на него черт знает какую приманку, поставить не какую-то там катушку, пойти и пытаться поймать, да, конечно, можно, но шансов не сильно много, и на самом деле не всегда это все увенчается успехом, и можно просто плюнуть на эту рыбалку и больше никогда туда не поехать. Во-первых, то, что касается удилища самого, да, непосредственно спиннинга, так как мы ловим с берега, а место ловли и вот непосредственно вот этот вот перекат может быть достаточно на большом удалении, во-первых. Во-вторых, жерех достаточно такая пугливая рыба, иногда может не подпускать к себе близко. Понятно, что когда там все кипит, ему можно... Не вот слышит, не там видит. В 5 метрах от него стоять, он клюнет. Но когда он пришел на перекат, вот только-только начинает подходить и собираться стая, там, да, их приходит там 3-5 штучек, еще что-то, они здесь присутствуют, но, скажем так, поймать-то мы их должны, но он еще достаточно осторожный и может не подпускать. Поэтому удочка должна... быть достаточно длинной. Uh-huh. Это вот, наверное, единственное удилище, когда я использую 3-метровые палки. Uh-huh. Она должна иметь не быстрый строй, то есть так называемый moderate fast, да, среднебыстрый. И она должна хорошо кидать. То есть, соответственно, удочка длиной 3 метра с таким средним строем, она будет такой катапультой определенной, прощой. Вот. Почему средний строй? Там, быстрой палки тоже можно далеко кидать, но жерех достаточно сильная рыба, я бы сказал, очень сильная рыба. А удилище вот такого строя, они очень хорошо гасят рывки, потому что шнуры мы используем достаточно тонкие, потому что от диаметра шнура очень сильно зависит дальность заброса. Угу. Вот. А нам нужно дальше, нам нужно, да, получается, максимально с берега. Далеко, угу, максимально далеко. Соответственно, угу. У нас, скажем так, шнур должен быть тонким, но очень-очень прочным, потому что жерех действительно вырастает хороших размеров, плюс это очень-очень мощный боец на течении. Он может сокрушить... Ну, такая ведь толстенькая, да, кругленькая снасть. Такая, ну, она не длинная, да, рыба. Нет, длинная, да? Длинный такой, как селедка. А, такой, значит, такой я длинный. Просто путаю. Угу. Вот. Соответственно, катушка должна иметь достаточно быструю передачу. Ну, то есть, вот есть у катушек там передаточное отношение, там, например, для джиговой ловли там 4,4, там 4,8 оптимально. А вот, например, для ловли жереха при всех прочих равных я бы выбирал катушки с передаточным отношением там 5,4, возможно, даже 6,0. То есть скоростные катушки для того, чтобы мы могли провести приманку очень-очень быстро в верхних слоях воды. Вот. Дальше у нас должен быть шнур. Я всегда использую восьмижильные шнуры. Почему? Потому что восьмижилка, во-первых, она очень-очень скользкая. А, скользкая. Вот. Угу. Она очень-очень плотная. Угу. Она очень-очень прочная. Угу. То есть при всех прочих равных, например, там, в сравнении с 4-жильным шнуром, один и тот же диаметр по прочности может различаться в 1.5 раза в пользу восьмижильного шнура. Угу. Вот. Соответственно, она и очень далеко летит. Угу. И при повышенной прочности я могу взять меньший диаметр. Вот такой вот плюс. Особенность, да, интересная. Особенность. Да. Ну и дальше то, что касается приманок. Там по приманкам жереховым можно делать, наверное, отдельную передачу. Их там придумали несметное количество. Но при береговой ловле я использую всего лишь 2-3 типа приманок.
Да, три типа приманок. Первый это... Давай мы про приманки расскажем после того, как мы прервемся сейчас на небольшую рекламку и продолжим после нее. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Мы продолжаем разговаривать о ловле на жереха, и мы закончили о том, что такое, какие приманки должны быть. Ну пожалуйста, да, типы приманок, типа это приманок. Однозначно блесны на первом месте стоят. Это уже, наверное, широко известный, ставший там популярнейшим, это Космастер фирмы Акме, да, вот изначально у него придумали. А затем, скажем так, это тоже металлические приманки, да, но их придумали японцы. Это пилькеры для морской ловли. Их раньше использовали. Сейчас наши российские рыболовы адаптировали их под себя, и они оказались, ну, наверное, одними из самых идеальных приманок для жереха. Вот. И третий вариант приманок, который я использую в береговой ловле, это безлопастные приманки, так называемые стики. То есть это пластиковые приманки, в большинстве своем пластиковые, которые имеют очень-очень обтекаемую такую форму. Выглядит как воблер, да, такой длинная миножка, но не имеет лопатки. То есть это тоже японская морская приманка, изначально там придуманная и сделанная, но очень хорошо адаптированная под нас. Почему вот эти три типа приманок? Значит, они все имеют совершенно разную игру. Они все используются в определенный момент активности жереха. То есть Космастер – это приманка номер один, когда мы приходим и хотим вообще узнать, есть ли рыба на перекате. То есть что она делает? Во-первых, Космастер при всех своих, скажем так, данных – это достаточно компактная приманка, которая очень-очень хорошо летит. За счет такой определенной формы тела и скоса такого, да, у него центр тяжести четко смещен в одну точку. И это дает огромный плюс при проводке на течении. Блесна никогда у нас не крутится. То есть она всегда колеблется. А это очень важно, потому что если блесна на течении будет уходить в штопор, так называемый, крутиться, она у нас перекрутит весь шнур, мы его выкинем, либо на поклевке оторвем. То есть будет брак. Ну, то есть все будет очень плохо. Вот, поэтому только оригинальные Космастеры, их, к сожалению, сейчас делают многие подделки. Да, внешне он выглядит плюс-минус одинаково, но не соблюдены вот эти фамильные черта, там центр тяжести и все оставшееся. Дико перекручиваются, не позволяют провести ее на высокой скорости. Вот. Соответственно, происходит минус, поклевок у нас нет. Почему Космастер? Чем хорош Космастер? Тем, что, как я уже сказал, далеко летит. Это раз. Во-вторых, очень простая в проводке приманка, да, мы просто крутим. Во-вторых, за счет того, что он все-таки имеет такое достаточно широкое тельце, он позволяет работать как на равномерной проводке, так мы можем делать паузы, и в этот момент она вот так вот сыплется у нас, да, там имитируя какую-то вот как раз оглушенную рыбку, которая с поверхности малька начала там тонуть. Вот. Ну и, скажем так, доступность, да, во всех магазинах, и в нашем в том числе, да, в арсенале, пожалуйста, этих Космастеров, там и цветов, и размеров, и всего чего угодно. Да, можете прийти и проконсультировать вас выбор любой достаточно продавец. Большой. Вот. Соответственно, Космастер я использую в тот момент, когда, скажем так, активность хищника минимальна. Да, то есть вот я вижу, что он присутствует на перекатике, там где-то какие-то определенные там всплески происходят, то есть он себя там проявляет, и я понимаю, что да, вот он здесь, но его еще немного, и он еще, скажем так, не в той стадии, когда мне нужно применять следующие приманки. Все, я запускаю в дело Космастер, как правило, можно добиться там одной, двух, там трех поимок реально, варьируя там горизонты, ловли, проводку и все оставшееся. Но как только происходит следующее, то есть начинается вот этот вот бой, так называемый. Жор. То есть, а это действительно выглядит очень красиво, когда ты вот сидишь на берегу, там делаешь какие-то забросы. Причем вот сейчас еще один совет. Вы когда пришли, например, вот вы знаете место выхода, да, там примерно. Понятно, что я там посмотрел там по своему блокнотику, там, ага, к трем часам. Ну, не поеду к трем, я, конечно же, приеду к часу. Там, да, часика за два. Да, а вдруг раньше? Ага. Ну,
Это же у каждого рыболова так, там нетерпение есть определенное. Вот. Соответственно, не нужно оголдело пытаться там утюжить этот перекат всеми типами приманок, которые у вас имеются, там, и что-то ждать, что сейчас клюнет. Еще раз повторюсь, ловля жереха — это определенная выдержка, то есть она вот это тренирует прям вообще. То есть да, можно прийти на перекат, собрать там, не торопясь, снасть там, не знаю, попить чайку, водички. Понаблюдать, посмотреть, вот, понаблюдать, подождать. Посмотреть, а плещется ли, пришел ли он, здесь ли он, там, посмотреть, как там малек движется, не знаю, там еще там что-то. Вот. И пытаться делать забросы, но не чаще, чем раз в 10 минут. Ну, то есть вот сделали заброс, провели, нет поклевки, все, 10 Подожди. Минуточек посидели. Да, то есть реально за 10 минут может ситуация поменяться вообще кардинально. То есть вот не было, а через 10 минут на каждой проводке. Да, там 10 минут прошло, сделали следующий заброс, ага, в другой толще воды провели там приманку, нет поклевок, еще 10 минуточек, пум, потом где-нибудь у дна, ага, не клюет, давай цвет поменяем, размер. Да, то есть, вот, ну, поварьировать. И вот так вот мы, грубо говоря, ждем часа X, который у нас по нашим записям может настать там в 3 часа. Вот. Возможно, чуть позже там где-то еще что-то. А, причем я хочу сказать, что вот эти записи, которые я веду уже на протяжении там где-то, наверное, лет 4, это достаточно много такой, талмуд уже целый, да. Я скажу, что они не то что помогают, они практически сбываются там процентов... Нет, ну, постоянно это же вообще бы уже нонсенс, наверное. Они сбываются, ну, процентов, наверное, на 50-60, а это очень много. Да. Это реально да. очень большой процент. Это говорит о том, что, ну, вот привержено на определенные места. Рыба у нас постоянная все-таки, да, получается? Всегда постоянная. В одном и том же месте. Рыба постоянная. Вообще, это касается не только жереха, это многих видов хищных рыб особенно. Вот так вот. То есть она очень четко привязана там, к кормовой базе, к движениям этой кормовой базы, там, где она будет стоять. Если ты находишь такие места, там рыба будет ну, практически всегда. Твоя задача только подобрать приманку и заставить ее клюнуть. Вот и все. Да. Вот. Соответственно, все, там раз в 10 минут мы там что-то кидаем, все, сидим на берегу, и вот если нам повезет, то произойдет следующее. Перекат, вот он прям взорвется, да, то есть это говорит о том, что пришло огромное количество вот этого жереха, все там с мальком все в порядке, и сейчас он будет кушать. То есть и теперь нужно это вот начинаются всплески. Поймать момент, когда вот, это все. Этот жор, вот этот бой, он достаточно скоротечный. Быстро. Но потому что жерех все равно, он, как я и говорил, устает, он откатывается, там сколько-то отстаивается, может выйти. Таких пиков активности, например, за день может быть 2-3, а может быть всего один. Потому что, например, он там вчера, когда тебя не было на рыбалке, он наелся достаточно плотненько, а сегодня пришел докушать. Да, и все, ему хватит 15 минут, и потом он уходит отдыхать и больше сегодня не выйдет. И вот в эти 15 минут тебе нужно максимально быстро это все обловить. И вот здесь, скажем так, я всегда меняю приманку и ставлю так называемые пилькеры. Почему? Потому что это приманка, которая практически не имеет игры, которую надо вести очень-очень быстрой проводкой. То есть она вот еле-еле как-то там колеблется, но у нее есть огромный плюс. Она очень далеко летит за счет своей формы тела, то есть такие гвоздики. Да? Вот. И она очень быстро достигает цели. То есть мне нужно как можно быстрее. Да. То есть мне не нужно, там, чтобы вот там бам, что-то где-то там течением начало играть. Все, мне пофиг. Мне надо вот кинуть в стаю, поймать рыбу, быстро снять с крючка, кинуть в стаю, поймать рыбу. Вот. Соответственно, все мои пилькера, они оснащены одинарными крючками, не тройниками. Связано с чем? С тем, что с одинарника рыбу снять, во-первых, быстрее, проще. Это раз. Проще. Во-вторых, не так травмоопасно для рыболова. Потому что в азарте вот этой ловли очень многие рыболовы пренебрегают, к сожалению, мерами безопасности, хватают там жереха вот где-то около головы, да, вот здесь вот торчит крючок, а я вам скажу, что жерех там килограмма на полтора скользкая и очень сильная рыба, она вырывается в какой-то момент, крючок впивается в палец, там все, рыбалка закончена, ничего приятного нету, здравствует травматология. Вот. Поэтому только одинарники, достаточно крупные крючки, очень быстро это все снимается, я использую безбородые крючочки. Ну, во-первых, это гуманно к рыбе, это раз. Во-вторых, мне снимать ее вообще очень просто. Ну да, там она не зацепляется за эту бороду. Да, соответственно, вот так. И я этот вот пилькера, да, они тоже бывают различных форм, цветов там или еще что-то, но в ловле жереха, не знаю, по крайней мере, у меня так сложилось. У меня все приманки, они именно имитирующие. Не раздражающие, а имитирующие. То есть раздражающие, это которые там имеют цвета,
отличные от тех, которые бывают в природе, да, зеленые, красные. А зачем красные, такие нужны какие-то раздражающие? Ну, рыба идет на них, конечно, на эти цвета, конечно. Да? У рыбы есть различные пики активности своей, да, и если, например, мы ловим жереха в столовой, в которой он кушает, он априори пришел туда за мальком, и нам нужно имитировать поведение этого самого малька. Угу. А если мы будем ловить, например, жереха у себя в домике, да, где он живет. Его раздражает. Его нужно раздражать, чтобы вывести его из себя, чтобы он заставить его вылезти из-под этой коряги, в которой он живет, да, и в конце концов схватить. То есть там немножко другой эффект действует. Здесь он хочет это съесть, а там он хочет это отогнать, потому что ну задолбало перед глазами мелькать какая-то красная деревяшка там, да, и все. Ему это не нравится, он раздражается, выходит из себя в конце концов, да, и пытается это сожрать, там, отогнать или еще там что-то. Ну, происходит поклевка. Понятно. Интересно. Вот, поэтому раздражающие приманки, да, имеют место быть, но здесь, как правило, мы всегда имитируем. Все зависит от, скажем так, места ловли. Например, там, если мы ловим там в Камском устье где-нибудь жереха, да, то я буду имитировать тюльку, я буду использовать достаточно маленькие приманки. Угу. Если, например, мы ловим на нашей любимой реке Вятка, то эти приманки могут быть достаточно крупные, потому что основной, скажем так, основной рацион-то нашего жереха, это вот как раз вот эта вот щеклея, уклейка, да, которая уже к середине лета, например, ну, достигает определенного размера, там, в 5-7 сантиметров, и вот как раз вот ей-то он с удовольствием питается. Понятно, интересно, да, очень даже. Вот, соответственно, цвета, ну, у меня там серебристые. Ну, серебристый же, малек же он больше, да, серебристый. С оттенками синенькими, вот, какими-то черненькими точечками там, может быть, ну, то есть вот такая штука всегда присутствует. И, значит, третий вид приманок, который я всегда с собой везу в коробке, который у меня для береговой ловли есть, это стики. Вот эти безлопастные тяжелые приманки, которые, они быстро тонут, и они идут либо у дна, либо в толще воды, но близко-близко ко дну. Они нужны для того, чтобы долавливать жереха, который уже наелся, вот здесь покрутился, и отходит стоять вот на эти бугры. То есть там не нужно, там уже боя не будет, но там четко прослеживается такая штука, вот, грубо говоря, пик активности жереха наступает минут за 30-40 до вот этого массового избиения малька, да, то есть за 30-40 минут реально начинаются поклевки. Причем злые, хорошие поклевки там, да, ты там можешь поймать там несколько рыбин. Потом вот этот вот период, когда клюет вообще на все, и потом период еще минут 30-40 там тире час, это после. Ну, такая то тишина, есть, но все равно будет поклевка. Это после, да? Потому что мы еще понимаем, что вот он сейчас поел, и основная масса его осталась здесь, но он уже отступился от этого малька поверху, он находится где-то там в придонном слое, но он еще как бы не против что-нибудь съесть. Вот для этого и нужны вот эти стики, да, и получается? Для этого нужны вот эти стики, у которых очень отличная от всех других приманок, во-первых, проводка, во-вторых, поведение в воде. То есть они проводятся неравномерной проводкой, а то есть постоянными вот такими рывками с выбором слабины. И когда мы делаем рывок, у этого стика тоже центр тяжести немножко смещен вперед. Он у нас в воде идет вот таким зигзагом влево, вправо, влево. Ну, елочкой такой, вот четко. Вот такой елкой, и это жерех очень-очень нравится, потому что это имитирует вот как раз поведение малька, да, который там где-то вот бьется там с течением около дна. То есть если все, ну, многие, я считаю, что бывали на реке, например, на той же Быстрице, где достаточно много пескаря, и вот этой вот мелкой, да, вот да, этой да, уклейки. Да. И вот, когда стоишь босиком в воде, да, да, она, и к тебе подходит. Она к тебе подходит, и ты видишь, что она вот у дна плавает вот так. То есть почему? Потому что прямо она плыть не может. Ей не хватает силы бороться с течением. А, и, соответственно, она уходит в сторону, ну, то есть это физика, да, то есть она меняет угол атаки к течению, да, там ее там хоп, сносит здесь, ап, и она уже там продвинулась вперед. То есть она постоянно идет вот такими вот рывками. Ну, то есть реально нужно и жереху просто... это нравится, он, да, видит ее, он видит, он за ней понимает, охотится. Он, и он понимает, что это вот тот вот малек, которого он там не доел наверху, да, и вот он сейчас там борется с течением здесь у дна, и его надо точно хапнуть и сожрать. Вот, поэтому вот эти три типа приманок должны быть обязательно в ящике жерешатника, который отправился на береговую ловлю. Вот. А также иногда я использую достаточно крупные и тяжелые тонущие воблеры. Вот. Это бывает нужно, когда уже, наверное, вот температура воды у нас будет,
ну, такая достаточно холодненькая к осени, уже к осени, когда жерех встает в достаточно большие стаи, большие стаи, и он в этот момент может перестать реагировать на колеблющиеся блесны, вот эти стики, да, там и все оставшееся, по одной простой причине, что его кормовая база выросла. И он, как и любой хищник, да, помимо там зрения своего и всего оставшегося, он ориентируется на боковую линию. Ну, это один из органов чувства рыбы, который, ну, достаточно важен для них. Вот. И вот в этот момент, например, уже там ближе к осени, малек вот этот вырастает, и он начинает создавать определенные колебания в воде. А блесна, скажем так, или особенно там, например, пилькер или еще что-то, это такие слабые играющие приманки, которые не дают вот этой вибрации, и он на них может не обращать внимания. Тогда в дело вступают воблеры, да, в которых там даже шаричек какой-то может быть, который воду баламутит так очень хорошо. То есть реально они создают мощное колебание в воде, да, и жерех понимает, что это вот, ага, что-то там что-то близко. Что-то есть рядышком. Что-то там близко к моему объекту охоты, и он начинает это кушать с удовольствием. Вот, поэтому чем холодней, чем будет холоднее, да, тем чаще нужно использовать воблеры. Именно вот такие вот уже воблеры. Но здесь нужно выбирать определенные модели, потому что нам нужна дальность заброса. Не все воблеры летят далеко. Будет хорошо, если это будет воблер тонущий, и будет хорошо, если он будет оснащен специальной системой для дальнего заброса. Это может быть либо магнитная система, либо система перекатывающихся шариков, так или иначе, которая позволяет лететь далеко. Ну и, наверное, одним из таких аспектов, которые я уже вот упомянул в начале, да, нужна определенная техника работы со снастью и техника заброса. Это вот очень-очень важно. Это приходит, я так понимаю, профессионализм приходит годами, наверное, ну, да, вот это этим, все, на автомате это все отрабатывается. Это все приходит, на самом деле, с тренировками, ну, да, вот, там да, можно посмотреть какие-то видео в интернете, их достаточно много. То есть там очень многое зависит от хвата удилища, да, в какой момент ты отпускаешь палец, как у тебя полетит, какая будет траектория приманки, да, в полете. От этого все зависит, вот дальний заброс очень сильно. А, честно скажу, иногда бывают такие ситуации, когда жереха нужно кидать, ну, там, 100 метров выкидывать. То есть это очень большая дистанция, реально большая дистанция. Не каждому так кажется, что вот я могу. То есть у нас были такие случаи, когда там приезжают, да что там, 100 метров, да я там всегда на 100. Оказывается, вот, как мы тяжело это, да? Реально приезжали на берег реки, брали рулетку, отмеряли 100 метров, и я говорю, ну, давай, докинь. Как правило, вот у очень самоуверенных рыболовов все заканчивалось где-то метрах на 60, наверное. То есть, если ты, вот, ну, у тебя нет вот какой-то там дистанции определенной разметки, да, то 60 метров это кажется очень далеко. А когда есть, то 100 метров иногда кажется недостижимой дистанцией. Но это далеко, все равно 100 метров. Ну, это бывает так, ну, это реально там пол реки. Да, друзья, ну, я думаю, что надо тренироваться, надо пытаться ловить жереха. Я думаю, что мы сейчас перейдем к другому, да, немножко. У нас завтра начинается наш турнир. Чемпионат, да. Не знаю, как это назвать. Ну, турнир, турнир. Трофеи вятки. Мятки. Мы всех вас ждем с пятницы до воскресенья. В любое время можно приехать, я так понимаю, да, после пятницы рабочие, можно к нам присоединиться. Будет, наверное, очень интересно. И я так понимаю, что очень много приходит вопросов, да, звонят, спрашивают. Вот, наверное, на самые такие вот основные вопросы, Вася, сейчас вот расскажи, что, но когда, я зачем. Я буквально там... А у нас есть, да, 8 минут, вот, так что... На несколько вопросов отвечу. Мы уже причем говорили об этом, да, но тем не менее повторю еще раз. Участие в нашем конкурсе, в рыболовном турнире, только для совершеннолетних. Очень много вот пишут там прям. То есть спрашивают. Я вот хочу участвовать, но мне там 16 лет. Друзья, мы очень рады, что в свои 16, там, 15, 14 лет вы имеете определенный интерес к рыбалке, она вас там будоражит, и вы хотите там туда поехать. Но разговаривайте, пожалуйста, с родителями. Если они не против, и они готовы составить вам пару в экипаже, да, то есть командное соревнование там, все, пожалуйста, мы вас ждем в гости, приезжайте. Милости просим, рыбачьте. То есть папа, сын, дедушка, да, дедушка, внук, с мамой, пожалуйста, можно там, с мамой, есть мамы, да, рыбачки, там, да, без, да, проблем. Да, да. Все, мы вас ждем, но никакие там доверенности от родителей или еще что-то, к сожалению, мы не принимаем. Поймите нас правильно, мы
несем ответственность за, за данное мероприятие. Угу. И, к сожалению, ну, вода ошибок не прощает. Я понимаю, что там в свои 15-16 лет вы, может, там вы плаваете супер, и, не знаю, у вас там опыт какой-то есть, ловли с лодки там, да, и хождения на моторе. Но вот, правила, есть правила. Правила есть правила. Да. Поэтому вот так. Но это вот первый, самый, наверное, часто задаваемый вопрос, который меня спрашивают. Это, кстати, очень хорошо, значит, у нас рыболов. Конечно, вот, рыболов много. Подрастающего поколения очень много. Да, действительно. Вот. Это надо задуматься, надо собирать новую школу, детскую школу для рыбаков. Да. Вот надо подумать. На следующий год есть амбициозные планы. Отлично. Я думаю, что мы по этому поводу в дальнейших программах и поговорим об этой школе. Осветим. Да, следующее. Вот. Следующий вопрос. Все, когда читают наши правила проведения, пишут, там везде у нас прописано, что во время туров, то есть это 8 часов, должна быть непрерывная видеофиксация ловли. Все сразу же спрашивают, а где нам взять камеры, а вот мне там покупать. Друзья, внимательно читаем, там написано все. Но, тем не менее, отвечу, кто нас слушает. Значит, камеры вы можете использовать свои. То есть это, благо, сейчас экшн-камеры всего оставшегося, куча различная. Вот. Но мы для тех, кто не имеет камер, не хочет их покупать, да, там, не знаю, не хочет вести свои какие-то, там, или свои какие-то там дорогие купленные камеры, там, с боязнью их сломать или еще что-то, у нас специально приезжает человек из Москвы, зовут его Александр Бобров, который обеспечивает непрерывную видеофиксацию на турнире Pro Anglers League, Лиги профессиональных рыболовов. Он привозит камеры в аренду, то есть это вот те камеры, с которыми ходят ребята на пале, такие маленькие-маленькие камеры, которые крепятся на кепочку. Под козыречек. Ага, под козыречек. На липучечку. Все. Вот такая камера выдается, стоимость 1200 рублей, аренда это на 2 дня. Это камера, две флешки и пауэрбанк. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Ну, это очень хорошая услуга. Без проблем. То есть, вот это есть. Для чего нужна беспрерывная видеофиксация? Мы, конечно, понимаем, что никто не будет никого обманывать. Я думаю, что таких рыболовов на нашем турнире нет, которые, там, не знаю, рыбу с кукана откуда-то снимут, там, из сетей достанут или еще что-то и привезут на сдачу. Но, тем не менее, мы должны себя обезопасить и проконтролировать этот процесс, так как мы не можем обеспечить судейство. Да? То есть у нас был вариант, что мы могли там, предложить в каждую лодку третьего человека садить. Ну, это нереально. Ну, то есть, если это там большой катер, проблем не будет. Если маленький ПВХ, то там рыбачить уже будет невозможно втроем. Вот, соответственно, должна быть видеофиксация. Ну и самое главное, для чего она нам, как организаторам, нужна. Мы после каждого турнира монтируем фильм. И очень будет здорово, если в этот фильм попадут вот эти кадры, самые ценные кадры самые с реки. Самые интересные, Вот этот вот весь драйв вываживания, адреналин, там поимки рыбы красивые. Все. Ну, участникам будет приятно, что они вошли в фильм и вот прям в историю вот этого нашего турнира. Соответственно, вот эти материалы, нам они нужны, мы их собираем, поэтому мы собираем ваши флешки, мы их отсматриваем, просматриваем, да, там вырезаем определенные кусочки, скидываем для себя. Вот только для этого нужны камеры и нужна видеофиксация. Но это нормальная история абсолютно везде. А дальше многие спрашивают по правилам, не, вернее, не правилам, там, а распорядку дня, там, как там, что да, будет. Вот и программа и все, какая-то программа. Некая. Опять же, все написано на сайте, но тем не менее расскажу. Значит, в пятницу с 3 часов у нас открывается официальная регистрация на месте уже, соответственно. Каждая команда должна ее пройти. Она получает линейку, протокол на первый тур, пломбы для пломбирования рыбы, видеофиксацию, да, если как таковая нужна, и, соответственно, платит регистрационный взнос, который составляет 3000 рублей с команды, который идет, между прочим, в призовой фонд. То есть многие говорят, а куда-то организаторы забирают. Друзья, мы не забираем абсолютно ни копейки, это все уходит и распределяется между победителями, это все прописано в правилах. С 3 часов начинается официальная регистрация, она будет продолжаться до 5 утра субботы, до 5 утра субботы, поэтому те, кто переживает и что там работают поздно, пожалуйста, приезжайте, мы вас зарегистрируем абсолютно даже без ночью. Проблем. Даже ночью. Даже ночью, да. Вот. Дальше, с 6 вечера пятницу у нас начнется церемония официального открытия турнира, на которой будут присутствовать гости. С городской администрации обещали приехать, соответственно, наша советская администрация будет, приедут, скажем так, определенные
гости известные рыболовы, да, там кировские, которые пожелают, не знаю, там, ни хвоста, ни чешуи со сцены, там, возможно, поделятся какими-то секретами. Вот. Ну и, соответственно, в 10 вечера будет для всех организован праздничный салют в честь открытия отлично, турнира. Отлично, отлично, здорово. Но, в принципе, вся информация есть у нас на сайте. Конечно, да, поэтому, друзья, смотрите, мы вас ждем на нашем турнире. А наша программа подходит, к сожалению, к концу. И это, наверное, последняя программа этого лета. Мы уходим на небольшие каникулы, да, мы услышимся с вами, ну, на недельки через три, да, посмотрим, ну, да. Там, отдохнем, и мы и к вам... с новыми силами. Да, с новыми силами вернемся. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка.